ЧП в Кольцово. Там аварийно приземлился самолет из Таиланда. Уже на подлете к столице Урала пилоты заметили неисправность воздушного судна и попросили помощи у диспетчера. На борту находилось 335 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Аварийный борт в Кольцово встретили накануне. Посадка прошла в штатном режиме. Это информация следователей. Они начали свою проверку ЧП. Самолет летел из Пхукета в Екатеринбург. И уже в конце полета пилот заметил сигнал, сообщающий о неисправности гидросистемы. О проблеме он сообщил в аэропорт, где начали готовиться к аварийной встрече. Благо, помощь никому из экипажа и пассажиров не потребовалась. Детали происшествия сейчас выясняют правоохранители.